Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил божественную литургию в Ивано-Предеченском соборе города Екатеринбурга. Сегодня Святая Церковь совершает память раннехристианского мученика архидиакона Евпла. Этого святого очень почитали на Руси. Среди улиц центра Москвы одной из самых известных является Мясницкая. Этой улице во многом удалось сохранить свой исторический облик. Однако в советские годы она полностью лишилась своих святынь. В том числе и храма, в честь которого когда-то и получила свое первое наименование – Евпловская. До сего времени на Мясницкой нет ни одного православного храма. И сегодня это также является напоминанием о том, что за свои святыни верующим стоит бороться. По окончании божественной литургии митрополит Кирилл поздравил всех с продолжающимся празднованием преображения Господня, а также Успенским постом и преподал молящимся архипастырское благословение.